собственно, шоссе. Прям вот тут оно, я так понимаю, будет, да? Ну, вот этот столб. Да, я говорю, шоссе вот тут, я так полагаю, будет. Здесь депутат этот ходил, сказал. Поверните направо. До конца маршрута осталось 100 метров. Вот корпус 4. Да, надо, я ищу уже место, просто, ага. Где паркануться. Уже ищешь место, где паркануться. А вот корпус 3, собственно. Что-то каршеринга я здесь не вижу. Ну, поехали. Да, четвертый слева, а третий справа. Вот такая вот красота тут во дворах. Ветер жесть вообще, да? Витрина, вот то же самое, что в Зеленограде, собственно, ветер. А вон, интересно, это наш? Сейчас мы пойдем смотреть. Давайте-ка посмотрим. И как тут жить вот так вот рядом? Здесь должна быть, по идее, площадка. Такие вот здесь модные замки. Двойная дверь на выход, даже тройная. Очень много дверей. Что у нас здесь, непонятно вообще. Вроде бы все новое, есть камера. Второй выход, то есть два выхода работают. Нормально у него там, смотри, москвич. Слушай, да это 100 пудов снимают, это фильм. Думаю. Да-да-да, там объявление внизу висело. Добрый смотри, день, меня Наталья зовут. У нас сегодня просмотр двух квартир на 15.30 и на 16.00. Так, что у нас здесь, как все называется? Да, открыть норм, закрыть. Вот еще большая комната. С ужасными обоями.
Да. Одна розетка. Уже что-то горит. А, нет. 5 розеток, собственно, на весь периметр. Ну, прикольно, конечно, вот это, что здесь окошки есть. Что-то отлетело. Видимо, вот это хрень. Какой-то фильтр. Вообще достаточно простое. Коммуникации спрятаны. Да, это, конечно, все в старенькое. Просто замазали. Колдовать, походу. Еще одна комната. Третья. Комната смежная с кухней. Получается. Такой же вид. Ну тут звук стройки будет постоянно. Все это, видишь, шоссе будет строиться, будет постоянный шум. Окно открываешь и наслаждаешься. Оно здесь вообще, блин, тут в чем-то еще измазано. Вот здесь нормально вроде работает, а вот на втором балконе она еле-еле закрывает вообще. Потрясающая плита. Ну, хотя бы какая-то. Ну да. Вот мне что нравится. Мне нравится, во-первых, вот это вот что-то все прозрачное. Здесь. И большой зал. И здесь, слушай, здесь линолеум, это не ламинат же. Нет, это линолеум. Нет, вот здесь. Вот здесь ламинат. Нет. Да, да, да. Да это линолеум. Нет. Да. Вот видишь стык? Ногтем попробуем, видишь? А-а-а. Это ламинат. А вот здесь, по-моему, линолеум. Вот линолеум, видишь? Он в один цвет просто сделал на кухне. Вот это странная очень штука. Непонятно, зачем вот эта стенка вообще в принципе нужна. Я думаю, очень похоже на то, что она несущая, поэтому она здесь присутствует. Еще один туалет. Микрораковина. Кстати, норм. Ну, это так, когда очень надо кому-то второму пописать. Я вот только не удивляюсь, они что, розетка. Вот посмотри, они бычки, что ли, об стену тушат? Вот там вторая такая стена была. Нет, они не бычки тушат, просто это было на стене, и после того, когда они наклеили обои, обои были влажные на клею, эта хрень просочилась ржавой. То есть, скорее всего, там металл, вот гвоздь или еще что-то. Сюда можно поставить мотоцикл. Или это будет комната Гега. Really, двери очень легкие, просто максимально легкие. Мне кажется, они просто из картона и обшиты чем-то. Ну, менять нужно будет практически все вообще.
Это, скорее всего, спальня. Но мне нравится этаж высокий. Плитки уже разбиты просто. Так он подумал, в принципе, да? Дремки, а где у нас подъезд? Пойдем так сразу, срежем, смотрим. Вблизи подойти, конечно, видно, что он искусственно состарен. В тех домах уже что-то открылось. Какие-то магазины, супермаркет. Но это мы попозже туда придем. Блядь, плитка везде разбита вообще. Это, конечно, отстой. Антенна? Что это? Антенна. Да, походу. Чисто из Балтики и адреналина. Да, подошли со стороны двора моего 4-го подъезда. Угу. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Так. Так же три двери. Здесь они уже приклеены. Они написаны. Блин, ну как так? Вот как так? Дом-то новый. Что это? Подъезд один в один вообще. Такое ощущение, что я в том подъезде. Здесь у нас выход. Получается. Выход получается вот сюда. Автобусная остановка. Да. Тут даже голос есть. Да. Ого. Фанатьё, ё-моё. Фанатьё же. Всего три квартиры. Раз, два. Три квартиры на этаже. Слушай, ну это получается... Очень похожая, да? Тоже здесь первая комната с балконом, только он зеркальный в эту сторону. Да, но здесь уже видно все над домами. Здесь, конечно, вид получше. А я думаю, ночью еще лучше будет, когда будут огни. Здесь можно полить соседей, вообще, как они живут. Все видно очень хорошо. В санузле также нету. Здесь точно так же нет. А, есть свет. О, спасибо. Очень тоненькая ванна. Прям как будто она... Да. На розетке. Еще одна комната. В сути, она вообще абсолютно идентична этой квартире, только вид. И здесь получается полностью дом. Если отсюда смотреть, то еще более-менее.
А я тогда не точно помню. Такая же, колдовая. А в чем разница тогда? Где этот 2 метра? Куда они? Здесь вид чуть-чуть повсрать, конечно, повсрать, потому что да. Прям на дома выходит. Но если туда смотреть, то еще норм. На свалку. Слушай, я думаю, все это достроят. Ну там хотя бы какие-то леса, ты туда смотришь. Так, все то же самое. Балкон. Кухонный норм. Ну да, здесь прям чистый вид на дома, здесь уже даже направо не посмотришь. Что? Ну, здесь я имею в виду вот отсюда, когда ты сидишь с кухни, здесь вид чисто прям на дом. Да. А там не так. Там мне больше. Но там ниже этаж. Там ниже. Здесь мы на самом верху. Еще один санузел. А здесь вообще нет кантиков, здесь они ровно все сделали. А мне такое ощущение, что они прям идентичные. Ну да, я так полагаю, что на 10-м такая же, да, будет? Да, похоже. Ну все равно пойдем посмотрим. Ну здесь 3 квартиры на этаже. Тут 3. Что ж здесь матерные? И уже это тегры. Мне не нравится. Да, ну это, конечно, вообще. Везде по 3 квартиры. Ну, 10 этаж. Так, 10 этаж. Смотрим. А здесь можно просто давить из окна. А ты уже замечаешь? Здесь потемнее. Что? Ну, посмотри, здесь темнее в комнате, чем комнате, да, в той квартире было. Ну, и вид мне тут не нравится, если честно. Да, здесь дома все закрывают. Нет. После первого хорошо, что мы первым тут посмотрели уже. Понимаешь, что тут что-то. Да, здесь чисто телескоп ставить и палить соседей. Нет. Да, да. Я говорю, а когда ты вот здесь находишься, то ты даже вот этого кусочка не видишь, который там. Там, конечно, первое лучше. Чисто только дома. Так, ну, я думаю, все, наверное, посмотрели. Да? О, давай кончик. Да, они там тоже везде были. Я не обратила. Ну, он прям совсем такой, знаешь. Ну, какой-никакой. Ну, тут все тоже одно, и мусорка. Да, пойдем еще по райончику погуляем. Все, у нас здесь есть. Вот получается тот корпус, откуда мы только что вышли. Школа и небольшая парковочка. В этих домах уже, наверное, больше людей все-таки живет. Студия. Пивас. Вообще ад какой-то. Я не думал, что здесь такие люди будут жить. Конечно, пиздец полный. Но здесь уже нормальный двор. Я так полагаю, такой же двор будет и в тех домах. Какой-то детский магаз. Вот здесь уже все выложено. Да, здесь уже, бля, видны, смотри, кондиционеры как повесили по-уебански. Там, где их быть не должно. То есть здесь похуй, куда вешать, и все это торчит. Там просто, видимо, еще нет столько народу. Здесь реально видно, что уже здесь люди живут. Деревья какие-то есть, все что-то. Есть Валберис, кстати, очень близко. Озон, ателье, супермаркет. Но здесь нигде нет ни магнитов, ни пятерок, ни КБ. Пойдем, дойдем еще до того. Слушай, в том доме тоже Валберис находится. Конечно, для такого количества домов
маленькая. Вот эта вот маленькая площадка для детей, это пиздец. Кстати, не ограждена ничем, и машины ездят прямо вот рядом с детской площадкой. Да, но и здесь, блин, ну у нас во дворе площадка больше, где пятиэтажка стоит. Да. А сколько здесь людей живет? Это просто нереально будет если сюда выходить гулять. То есть нужно куда-то будет идти. Пока что еще машин немного. Хотя, наверное, сейчас понедельник, и люди на работе. Потому что здесь все в ипотеках. Да, вот сюда уже заходишь, здесь еще больше домов. Там у нас хотя бы практически край. Здесь, кстати, плитка не убитая, насколько я смотрю. Вот у этих домов здесь нормально все выложено. Трещинки есть, но, в принципе, все цело. Двор абсолютно идентичен. Такая же площадка. Кафе это есть. Кафе «Три богатыря». В маркет, ваш маркет. Бэби Бум, Академия развития. Блин, вот это, конечно, вообще магазин просто какой-то колхоз, да? Да. Адский. В наших домах мусорки, не знаю, сделают их или нет, но там я запалил, что она есть в двери самого дома прям. А еще строятся дома, то есть там еще будут комплексы дальше. Можно просто идти по нескончаемому... Да, просто краски меняются, дома абсолютно одинаковые все. Балконы, вот я смотрю, все одно и то же, абсолютно. Собственно, очень много пространства для того, чтобы что-то открывать. Это все, оно свободно вообще, абсолютно. А здесь тоже, я думаю, много квартир еще не заселено, потому что, в принципе, если смотреть по тачкам, вот, кстати, площадка для выгула собак. Одна... Это мы на видео, помнишь? Да. Она одна на все эти дома, одна. Собаки, видимо, там будут кишить просто. Но ветрено, это будет все, перманентно. Видно, что человек купил, когда въехал, сразу телек. Первый год коробка должна лежать на балконе. Это традиция российская. Все как сделано тут, это отдельная песня. Вот клумба стоит. На камне просто клумба стоит. Вот тут, смотри. Видишь? То есть тот, кто, блядь, либо тегнул, да, либо что-то нарисовал, уже ее закрасили. Лавки уже высекты. Новые дома. Вот, новые. Вообще, не заселенные, по сути, никем. То есть сказали, что квартиры... Как сказали? Квартиры выкуплены. Ну, не выкуплены, а уже сданы на 1/3. Но судя по тому, сколько тут, вот как все выглядит, народ еще не заселен. Все, первый этаж, все будет под сдачу. Посмотрим, пойдем. Смотрите, просто болото. Непонятно, конечно. Подобно. Ну, блядь, хотя бы... криво, ну, да. Уже заржавело, ты покажешь. То же самое, вот это посмотри, вообще весь сразу сделан. Что это за хуйня? Ну да, вопросиков, конечно, больше, чем ответов. А, да, вот как устроено мусорки, тут сейчас не... Они стоят вот там. Два контейнера. Контейнер в бар. Под холодильник стоит. А можно ставить делимобили, оставлять здесь, что важно. А вот тут сухо уже.
А это наши соседи, видимо, будущие. Но обрати внимание, у нас же окна туда выходят, получается. То есть там солнце. Большую часть времени будет солнце. Это есть дороги, дороги, дороги. Это школа. Заканчивается стройка. Слушай, школа большая. Ну вот дом, который мы выбрали. А, и вот первый подъезд, кстати. Тут еще, видимо, рабочие живут. Но это когда-то же закончится. Баскетбольное кольцо. Ну кидать туда мяч. Это совсем мелкий, что ли? Ну да, видимо. Похоже на открытый сортир. Который наклонен, типа. И уже кривой. И уже кривой. И уже, ну как это вообще? Ребят, серьезно? Блин, смотрите, насколько здесь, насколько максимально дешево. Потому что вот здесь вот ок. Да вот, этот ржавчина уже отваливается. А там нержавейка, по идее. Потому что они учли ошибку. Ну, как-то так. Пойдем за эти здания зайдем, посмотрим, что там еще. Класс энергетической эффективности. Просто на этих домах стоит B+, а на тех стояла А. Отметка. Класс энергетической эффективности. Ты не понимаешь, что это значит. Судя по всему, когда эту трассу закончат, здесь будет очень удобно заезжать. То есть сворачивать и просто с шоссе заруливать прям сразу домой. Единственное, конечно, парковочных мест на эти дома, их категорически мало. Где ставить машину, здесь вообще непонятно.